Сегодня мы с вами приготовим домашний крем для снижения веса. А результаты становятся видны буквально через пару дней после нанесения данного крема на проблемные участки тела. Перед применением данного крема обязательно проба на аллергию. Для этого каплю данного средства нанесите на локтевой сгиб и удостоверьтесь, что никаких признаков аллергической реакции нет. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами ваша Елена, рада вас всех приветствовать на своем канале. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Дорогие мои девочки, сегодня у меня видео чисто для вас, потому что сегодня буду готовить домашний жиросжигающий крем, который состоит всего лишь из двух компонентов. Я надеюсь, что этот крем вам поможет убрать лишний жир с боков, с бедер, с живота, а также сократить ваш целлюлит в несколько раз. Так что, девчонки, если вы не против, давайте приготовим и будем его использовать. Сейчас вам расскажу, как его готовить и как его правильно применять. Итак, мои хорошие, чтобы приготовить нам этот чудо-крем для сжигания жира на нашем теле, нам с вами понадобится всего лишь два компонента. Это крем и настойка стручкового горького перца, который я купила в аптеке. Итак, мои хорошие, кремы с вами берем любой. Я беру в данном случае детский крем. Можно взять любой жирный крем для тела. Вот, и буду сейчас этих два состава я соединять. Так что смотрим и повторяем. Итак, я беру крем детский. Девочки, вы можете взять любой жирный крем. Выдавливаю. Вот так соотношение я беру. Вот так, 1 столовая ложка крема. Вот так убираю баночку. Вот. Беру еще, выдавливаю. Итак, у меня получилось 2 столовые ложки полные детского крема. Вот так. Вот. Далее, девочки, я наливаю 1 столовую ложку вот такой перцовой настойки. 1 столовую ложку. 2:1, девочки. Вот так. Видите, что у нас с вами получилось? И сейчас я буду перемешивать наш полученный состав. Беру, девочки, кисточку. И начинаю вот так перемешивать. 2:1, девочки. Ни больше, ни меньше. Вот так. Вот такой состав у меня получился. Слегка такого, знаете, как бы, слегка кофейного, что ли, цвета. Наш с вами крем готов. Готов к употреблению. А сейчас я вам расскажу, как им пользоваться правильно, чтобы был положительный эффект на все 100%. Девчоночки, перед тем, как наносить этот крем на свои проблемные участки тела, живот, бедра, бока, то прежде вы должны попробовать на реакцию этого крема для вашего тела. Ну, как правило, мы с вами на изгибе, да, локтевом проверяем, если все хорошо, нет никакой аллергии. Так что вот прежде чем применять, обязательно проверьте. Мое тело приняло этот крем на ура. Так что я пользуюсь. И моей дочери тоже, кстати, нет никакой реакции отрицательной. Мы пользуемся. Так, мои хорошие, крем я приготовила. Хранить этот крем надо нам с вами в холодильнике. Как его использовать? Вечером, после того, как вы приняли душ, проскрабировали свое все тело прекрасное, все свои такие проблемные участки на вашем теле. Это у нас с вами идет живот, бедра, бока, девочки, да? Вот. После этого вы протерли тело полотенцем и берете этот крем на разгорячительное ваше тело, девочки, и наносите его, наносите этот крем на свое тело. Нанесли. Вот, не жалейте, девочки, крема, не жалейте. Лучше потом еще раз приготовите. Все составы, как, состав этого крема очень дешевый, но он очень эффективный. Нанесли, берете пищевую пленку
и обворачивайте все проблемные ваши места на вашем теле пищевой пленкой примерно минут на 20. Если вдруг почувствуете сильное жжение, то разворачивайте себя и смывайте крем теплой водой. Вот. Но вообще-то я, девочки, даже держала 40 минут. Вот с пищевой пленкой я держала, значит, обмотала и ножки свои, бедра, да, и животик обмотала сталей. Держала 40 минут. Мне было комфортно, мне было хорошо. Если вы переборщите, в этот крем добавите больше, значит, настоя из перца, то это будет уже не есть хорошо, как говорится. Это будет уже для вашего тела очень даже плохо. Так что не надо гнать лошадей, девочки, мы с вами этого делать не будем. Мы с вами будем делать все правильно. Вот, все по-честному. Будем с вами омолаживаться, будем с вами нашу фигуру делать стройной, красивой. Ну, конечно же, девочки, не забывайте, что правильное питание, здоровый образ жизни, зарядка ускорят результаты вашего похудения, снижения веса и вашего омоложения. Девчоночки, такой крем, приготовленный своими руками, можно применять хоть каждый день, после душа. Ничего страшного не будет с вашим телом, с вашим здоровьем. Вот. Только, естественно, если у вас нет никакой, значит, никаких нету противопоказаний для применения вот жгучего перца. А детский крем, он сам по себе очень даже помогает нашему телу. Вот, так что, мои хорошие, если вам понравилось это видео, не забываем ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем вам желаю счастья и здоровья, успехов, хорошего настроения и легкого снижения веса. С вами была ваша Елена. Всем пока-пока.